Афганистан. Такое место, куда шли, как в последний бой. Спасибо, что не отвернулись. Подборные аплодисменты. Встречаем. Команда Турции, город Мустафа Кемаль Паша. Команда Македонии, город Меркес. Приветствуем команду города Кишинева, Шурави. Приглашаем команду из Украины, Ренийский район, Котловина. Приглашаем команду из города Тараклия. Аплодисменты! Приглашаем команду села Ковчег. Команды выводил председатель Союза ветеранов войны в Афганистане села Ковчег Драган Иван Иванович. Главным судьей турнира является заместитель председателя Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Баиштян Константин Матвеевич. Среди почетных гостей на церемонии открытия турнира также присутствует примар села Ковчег Гаризан Олег Федорович. Глава Камрадского района Топал Иван Петрович. Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Гагаузии Мавроди Петр Федорович. Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Ренийского района Кобзаренко Иван Степанович. Советник областного совета города Бурса, Турция Иса Сёгют. Заместитель примара города Меркес, Македония, Рамазан Асан. А теперь, внимание всем, прошу всех встать, право поднять флаги предоставляется ветерану войны в Афганистане села Ковчег Кеменчуджи Николаю Дмитриевичу и Истамат Михаилу Пантелеевичу. Равнение на флаге. Гимн Молдовы и гимн Гагаузии. Oh,
соревнований команду для проведения 19-го международного турнира по футболу в честь памяти погибшего в Афганистане Бориса Анакоглу в Астрахани накладывает организатор турнира Иван Иванович Драган. Больно! Международный турнир по футболу в память о Борисе Анакогле и в честь воинов и интернационалистов села Копчак, служивших в Афганистане, объявляется открытым. Слово предоставляется примару села Копчак Гаризан Олегу Федоровичу. Добрый день, уважаемые участники турнира. Добрый день, уважаемые гости из близко и издалека. Добрый день, господин главный судья. Сегодня мы проводим 19-й традиционный турнир в память нашего односельчанина Бориса Анакогла, который погиб, исполняя свой долг воинский на чужбине. И мы чтим его память, и мы, конечно же, чтим наших сегодня афганцев, которые с нами, желаем им здоровья, желаем, чтобы как можно больше они были и дальше примером нашему молодому поколению. Бу турнирда бизде биз апардык турнири бир күн чынды баштадык япма аны быйыл эки. Узактан да бар мусаферлерибиз, бул чынында биз бек севинерибиз. Бүгүн бизде Турциядан келди биздин досторубуз Мустафа Кемал Пашадан, Македониядан. Биздин бүгүн досторубуз Украинадан, кардашларыбызым Котловинадан. Биздин комшулар Таракылдан бирде. И, конечно, биздин эмзейде чемпиондор болду бизде команда Шурави Кишнёвтан, Анксанары бүгүн кетирди биздин главный судья Константин Матвеевич. Мен болай биздин игромлайыбыз бүгүн болсун, имсаба болсун, гөзөл. Играла уже гөстөрдөр, аны бүгүн Шурави командалары топландылар. Самое главное, бири сакатланмасын. Инже саа селем топландык, төлө саа селем ийлик менде башарылым биздин турнирибизди. Афганецлерге саалык, кем береке. Чок өмүр, с праздником, спасибо всем. Слово предоставляется главному судье турнира, заместителю председателя Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Баиштян Константину Матвеевичу. Я хочу поприветствовать всех команд, которые сегодня прибыли на 19-м международном турнире в честь нашего героя, который погиб на поле боя, Бориса Анакогла. Это 19-й турнир проводит, конечно, Союз ветеранов войны в Афганистане, села Копчака, председателем которым является Иван Иванович Драган. И, конечно, совместно с примарем Олегом Гаризаном и его командой. Давайте поблагодарим вот этим людям, которые уже 19-й год они проводят вот этот важный международный турнир в честь нашего героя. Потому что, проводя вот эти турниры по футболу в честь погибших на поле боя ветеранов, конечно, это есть та часть патриотического воспитания. То, что сейчас сегодня не хватает. Поэтому, ребята, я как главный судья хочу обратиться к вам с просьбой. Только без травм. Это самое главное. Играйте как вашу игру, как вы знаете, но только без травм. Нам надо еще увидеться, нам надо еще встретиться, играть в футбол дальше, доехать до дому и так далее и тому подобное. Удачи вам, и кто выиграет, тот и будет победителем. Слово предоставляется главе Камрадского района Топал Ивану Петровичу. Уважаемые друзья, разрешите от имени исполкома ГГУЗИ, от имени районной администрации Камрадской и от себя лично всех вас поздравить с очередной годовщиной, 19 год исполняется, официальное открытие сегодня международного турнира, и нас всех радует, что мы все с вами помним и чтим наших героев. Такие мероприятия проводятся по всей Гагаузии, наверное, и по всей Молдове, и мы должны помнить вечно наших героев. Прекрасную игру показывают ребята, мы немножко посмотрели. Дай Бог, чтобы не было травм, чтобы победил сильнейший,
и мы будем радоваться и болеть за вас. Также от имени Ирины Федоровны Влах лично поздравления тоже по поводу сегодняшнего мероприятия. И, конечно же, воспользуюсь моментом, 30 июня всех ждем на выборы и поддержать. Пожалуйста, выходите. Спасибо всем. Слово предоставляется председателю Союза ветеранов войны в Афганистане АТО Гагаузия Мавроди Петру Федоровичу. Добрый день, уважаемые участники турнира. Добрый день, уважаемые жители села Копчак, гости. Нам сегодня очень приятно находиться здесь, на 19-м турнире, посвященном памяти погибшего Бориса Янакоглу. Очень приятно, очень радостно, что в селе Копчак на достойном, хорошем уровне отмечают День памяти, помнят. Я хочу сказать, что я уверен, что жители села Копчак и уже участники турнира будут помнить, еще не одно поколение будет помнить имя Бориса Янакоглу, будут помнить организаторов данного мероприятия. И от имени Союза ветеранов войны в Афганистане, АТО Гагаузия, хочу выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия, людям доброй воли, которые оказывают содействие в проведении данного мероприятия. А участникам сегодняшнего турнира, нашим командам, хочу пожелать хорошей, красивой, достойной игры. Ну, конечно, выиграет сильнейший. Всем огромное спасибо. Слово предоставляется депутату райсовета Ренийского района, председателю Союза ветеранов войны в Афганистане Ренийского района Кобзаренко Ивану Степановичу. Я давно хотел попасть на этот турнир. Вот сейчас предоставилось. Спасибо моим землякам, что поддержали. Мы ваши родители, можно сказать. Вы наши дети. Вот все споры решаете на футбольном поле. Никогда. Вы тут люди разных национальностей. Никогда не воюете с друг другом. Никогда. Ишберзаман, бербернизден джинкетмейн. Бюксалок епсене. Тетриим куминте. Но май фер разбой. Слово предоставляется советнику областного совета города Бурса Турции, Республика Турция, Ису Исе Сёгют. Değerli Kıpçak halkı, böyle bir futbol organizasyonunu Sayın Oleg bize bildirdiğinde belediye başkanımıza söyledik. Sayın Mehmet Kanar, tabi abi ne demek dedi, bizim kardeşimizdir onlar. Meclis üyelerimizin ve sayın değerli başkanımız Mehmet Kanar'ın size selamlarını getirdim. Mustafa Kemal Paşa'nın selamlarını getirdim. Futbol kardeşliktir. İnşallah bu futbol turnuvalarının bir gün Mustafa Kemal Paşa'da yapılmasını, tüm takımlarını şimdiden davet ediyorum. İnşallah böyle güzel bir organizasyon yaparız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bu предоставляется заместителю примара города Меркез Жупе Македония Рамазану Асану. Sayın Belediye Başkanımız Oleg Bey'e bizleri burada misafir ettiği için kendilerine teşekkür ederiz. Aynı zamanda Merkez Cuba Belediye Başkanı Sayın Aryan İbrahim'in Kıpçak halkına selamını getirdik. Futbol takımımızla beraber. Şu güzel organizasyonu örgütlemiş olduğu Kıpçak Belediye Başkanı ve onun yönetimine şuradan güzel bir alkışla teşekkür etmek istiyorum. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin dediği gibi bu turnuvanın devam etmesini kardeşli kardeş şeklinde, aynı zamanda belediye başkanımızın sözü var da, bir sene Merkez Cuba Belediyesi'nde bizde de örgütlememizi istiyoruz. Bizleri burada şu güzel organizasyonun içinde ağırladıklarından dolayı kendilerine teşekkür eder, spor ve dostluk kazansın diliyorum. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Слово предоставляется настоятелю церкви Успения Божией Матери села Копчак протоиерею Виталию Зелинскому. Да.
дорогие участники сегодняшнего мероприятия, дорогие гости, все мы сегодня смогли вновь объединиться. В Копчаке это традиция, чтобы людей призывать через спорт к памяти многих событий, многих людей, для того, чтобы будущее поколение могло измениться. Да, это воспитательно. Для нас это, безусловно, сегодня это азарт. Хочется взять и, скажем так, первое место. Боремся за это. Но главное все-таки то, что мы сегодня должны здесь делать, это, наверное, сделать так, чтобы те, которые идут за вами, и для вас самих, чтобы врезалась в память, что нужно все-таки в жизни все жить миром и любовью. Сегодня столько людей приехали со стольких стран, столько национальностей. Для вас, может быть, даже это меньше что-то значит, потому что вы не выросли в этом, в этой культуре советской. Вы не были понуждены к такой войне. А для нас это была боль, это было очень тяжело. И эти парни отдали свою жизнь достойно, выполняя свой долг. Хочется пожелать всем нам, чтобы жили в мире и любви, и чтобы в будущем действительно только вот нас объединяло вот то, что называется вот этот футбол и другие виды спорта, которые очень прекрасные и хорошие. И чтобы с нами, со всеми был Бог. Бог помощи. Благодарим всех за теплые слова и добрые пожелания в адрес участников. Желаем всех участникам соревнований ярких побед, зрителям захватывающей игры, а судьям объективного судейства.